Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Мы начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин, и я жду вашей реакции. Пожалуйста, напишите, есть ли какие-то проблемы с трансляцией, прошу описать эту проблему. Если же все хорошо, то поставьте в чат плюс. Это будет означать, что у нас с вами хорошая обратная связь. В этом случае мы начнем наш обзор. Я жду ваших реакций, жду, пока вы отреагируете. Похоже, что все хорошо, поэтому давайте начнем, как обычно, с просмотра статистики, посмотрим, что выходило, как на это реагировал рынок и чего ждут участники финансовых рынков. Итак, уже после того, как мы вчера с вами расстались, должно было быть выступление представителя комитета по кредитно-денежной политики Банка Англии Халдейна. Ничего конкретного по этому вопросу я не нашел, но поскольку изменений никаких не было, то нужно сделать вывод, что в принципе участники рынка уже ко всему готовы и считают, что Банк Англии все ближе и ближе приближается к моменту, когда нужно будет повышать процентные ставки. Вот. Но, опять же, по общему мнению, что в текущем квартале, вполне возможно, этого пока что еще не произойдет, поскольку руководители банка будут внимательно следить за новой входящей информацией, каковы будут выходить данные по макроэкономической статистике, и внимательно следить за действиями других центральных банков, поскольку сейчас все внимательно следят друг за дружкой и стараются как-то с оглядкой так принимать важные решения. Сегодня День независимости в Соединенных Штатах. Вчера там тоже было очень мало участников рынка. Вчера отдыхала Канада, поэтому можно сказать, что сейчас рынок опять станет тонким. Активных торгов, наверное, не будет. А вот утром были достаточно серьезные события. Участники рынка ждали решения Резервного банка Австралии по процентной ставке. Особого сюрприза здесь не произошло. Банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, 1,5%. А вот сопроводительное заявление Резервного банка Австралии, нужно сказать, что достаточно серьезно разочаровало участников рынка, после чего австралийский доллар начал достаточно активно терять в своей стоимости. Вопреки надеждам всех участников рынка, не было заявления о склонности к ужесточению монетарной политики в будущем. Другие центральные банки ведущих экономик в конце июня уже делали намеки на готовность повысить процентные ставки или же, как минимум, начать сворачивать свои стимулирующие программы, и это заставило многих ожидать, что и Резервный банк Австралии тоже последует как бы в общем мейнстриме, тоже хотя бы будет его риторика о том, что вполне возможно будет ужесточение монетарной политики, но этого не произошло. И вот такая нейтральная риторика Банка Австралии спровоцировала снижение австралийского доллара. Участники рынка ожидали, что банк подчеркнет ускорение темпов роста числа рабочих мест с полной занятостью, а также снижение уровня безработицы. Поскольку акцентов подобных не было, вот участники рынка на таких разочаровывающих данных потеряли интерес к австралийскому доллару и начались распродажи, он снизился по отношению к доллару американскому. Далее была достаточно серьезная пауза, и вначале вышел индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. PMI для строительного сектора в Великобритании в июне 54 против 56. В предыдущий отчетный период ждали значение 55. Ну и, конечно же, это значение, поскольку оказалось хуже, это тоже разочаровало тех, кто наблюдает за британским фунтом. Июньские данные выявили ослабление импульса роста во всем строительном секторе Великобритании. Замедление темпов роста деловой активности, новых заказов и найма рабочей силы по сравнению с маем.
Далее в 12.00 индекс цен производителей еврозоны, месячные и годовые данные. Ну и нужно сказать, что данные оказались далеко не благоприятными, хуже, чем ждали по прогнозам. Цены производителей по сравнению с апрелем снижались самым быстрым темпом более чем за год. Это стало еще одним свидетельством того, что инфляция будет оставаться слабой, несмотря на ускорение роста экономики. В пятницу были данные, согласно которым в июне годовая инфляция потребительских цен в еврозоне замедлилась до минимума этого года 1,3%. В последние годы темпы инфляции в значительной мере зависят от цен на энергоносители, а цены на другие товары и услуги растут почти неизменным темпом, который намного отстает от установленного Европейским центральным банком целевого уровня чуть ниже 2%. Данные действительно, нужно сказать, разочаровывающие. Посмотрим, как это в дальнейшем скажется на решении Европейского центрального банка. Но в 15.30 было выступление представителя Европейского центрального банка Прета, и он сказал, что наша цель пока что еще не достигнута, поэтому стимулирующие меры сохранятся, и он как бы делает намек, что не стоит пока что ждать ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком. Он сообщил, что необходимо сохранять терпение, при этом он уверен, что инфляция постепенно вернется к целевому уровню, который установил Европейский центральный банк. Так, давайте посмотрим, что еще было. Возможно, какие-то заявления с его стороны. У меня пока что вот больше нет информации. Так, секундочку буквально. Нет, вот это, пожалуй, все, что сейчас есть на текущий момент по новостной ленте Прайма. Далее, в 16.30 нас ждет индекс деловой активности в производственном секторе Канады. Посмотрим, какого будет PMI. До этого было 55,1. А в 19.30 рынки ожидают выступления представителей Европейского центрального банка Новотный. Посмотрим, какова будет его риторика. Ну и вечером сегодня в 23.30 отчет Американского института нефти по запасам. Вот такая новостная картиночка сегодня. Какие у вас будут вопросы? Что не ясно, что непонятно? Если есть какие-то вопросы, напишите сначала коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, поставьте плюс, и мы с вами посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения, что нам будет говорить технический анализ. Итак, я делаю небольшую паузу и жду, пока вы отреагируете. Похоже, вопросов нет. Хорошо, открываем MetaTrader, смотрим сначала нефтяные котировки. Brent уже вчера подошел к отметке 50% уровня Fibonacci, практически касался этого уровня. Сегодня он в текущий момент просто прямо уперся в эту линию. Вот посмотрите, это выступает неким таким уровнем сопротивления. Цены пока что не могут преодолеть эту отметочку, а у нас здесь рядышком психологическая отметка в $50 за баррель. Но пока что котировки к ней не приближаются, и вот работают с этим уровнем Fibonacci, который мы с вами предусмотрительно провели уже какое-то время назад. Скользящие средние пересеклись, поэтому в краткосрочной перспективе можно говорить о восходящем тренде, но в более широком горизонте у нас пока что остается нисходящий тренд, поскольку цены опустились ниже предыдущего минимума, и теперь для нас критическим является момент относительно максимума предпредыдущего месяца. То есть вот этот хай, на который будут смотреть участники рынка для того, чтобы оценивать текущую ситуацию. Очень похожая картиночка по нефти WTI, только здесь цены уже закрылись выше
уровня ФИБы 50%. Сегодня торги достаточно вялые, рынок тонкий, торгуется все пока что достаточно спокойно, новостей не очень много. Рынки торгуются без каких-то нервных таких колебаний. Единственное движение было серьезное по австралийцу, мы это с вами посмотрим позже, там, о чем мы уже говорили с вами в первой части нашего обзора, было серьезное разочарование. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Он вчера неплохо достаточно подрос. Идут навстречу друг другу линии баланса месячного и значения самого индекса. Линия баланса сейчас 96.84, текущая котировка 96.27. Тренд пока что остается нисходящим, цены ниже линии равновесия. Это был индекс американского доллара. Теперь смотрим шестерку мажорных валютных пар, которые этот индекс составляет, и начинаем традиционно с пары евро-доллар. Итак, если брать трендовую торговую систему, то у нас сегодня тренд восходящий в фазе отката то же самое подтверждает ОСМО, то есть впрямую просто-напросто сидеть на заборе и курить бамбук, ничего не делая, просто-напросто наблюдая. Но! Открываем weekly time frame, диапазон ЧЕГ, который мы с вами уже давно наблюдаем. Вот он, красавчик. Все еще сохраняется, и цены у нас с вами не спешат вырваться за границы этого диапазона. И мы видим с вами, что по диапазонной торговой системе цены находятся в верхней трети, и у нас уже сформировался сигнал осциллятора в продажу. Вот он, этот сигнал уже здесь. Поэтому по диапазонной торговой системе сегодня день продаж. Если кто-то будет исповедовать этот стиль торговли, you are welcome. Сегодня направление сделки известно, диверочков против этого направления никаких нет, поэтому объем сделки стандартный. Смотрим внутреннюю структуру. У нас идет волна отлива. Это сигналом не является, кто хорошо знает этот индикатор. Поэтому ждем, когда закончится приливная волна, затем волна отлива, и нам после этого нужен будет сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме. Когда на закрытой свечке сигнал состоится, задача открыть часовой таймфрейм и посмотреть, а будет ли консолидация на часовом таймфрейме. Если это условие выполнится, значит отложенный приказ sell stop. Определите точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели давайте-ка мы с вами поступим следующим образом. Вначале мы с вами возьмем локальный минимум и будем его рассматривать как уровень двойного касания. И это абсолютная отметка 1.11, давайте-ка округлим 11, то есть единичка в периоде. Единица, запятая 1.1.1.1. Это чтобы было легче вам запомнить. Это цель по паре евро-доллар. Ну а дальше уже будем рассматривать нижнюю границу верхней трети, ну и далее по списку. Итак, ваши вопросы по паре евро-доллар. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, пишите. Я постараюсь на ваши вопросы ответить. Диапазон дает возможность торговать. Направление и объем сделки мы с вами определили. Другой вопрос, что каждый считает для себя объем стандартной сделки индивидуально, исходя из своих возможностей, исходя из своих депозитов, и при этом не нарушает правила управления капиталом. Смотрю в чат, вижу, что вопросов нет. Идем дальше. Смотрим британский фунт, тот самый, который стерлинга. Тренд восходящий здесь в фазе импульса, а здесь в фазе отката. Индикатор находится в противоречии, а это значит, что, увы и ах, сегодня день не торговый, и мы с вами вынуждены заниматься бамбукокурением. Давайте-ка вот мы с вами что сейчас сделаем. Не спеша.
поступим вот таким вот образом. Пунктир – это значит, что мы с вами делаем только легкие такие прикиды, не более того. То есть у нас вот примерно есть такой восходящий канал по британскому фунту, но я его специально отрисовал пунктиром, поскольку он не очень ярко выражен. Итак, по британцу заборная ситуация без вариантов, абсолютно. Австралийский доллар. Австралиец так хорошо и уверенно рос, ну и теперь он нам показывает снижение. Вот, по сути дела, здесь тоже есть диапазон. Диапазон достаточно большой по австралийцу. И, в принципе, сейчас мы с вами посмотрим, что нам будет говорить стохастик. Вполне возможно, здесь тоже речь может идти о диапазонной торговой системе. Итак, у нас с вами ценовой разброс по австралийцу. 5 фигур, в принципе, это неплохо, поэтому мы с вами ставим индикатор на daily time frame и смотрим, как ведет себя осциллятор на daily time frame. Сигнал есть, то есть здесь по диапазонной торговой системе сегодня тоже день продаж. Диверочков никаких против направления нашей сделки нет. Смотрим 4-часовой таймфрейм. Намечается волна отлива. Мы ждем, когда цены закончат эту фазу и начнут формировать новую приливную волну. То есть нам нужен 100% сформированный, закрепленный на 4-часовом таймфрейме закрытой свечкой сигнал осциллятора в продажу. Далее обязательное условие наличия консолидации на часовике. Если все условия выполнятся, ставите отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Ну и цель у нас с вами — это верхняя граница, нижняя граница верхней трети, поскольку это близко к предыдущему минимуму, поэтому мы не будем менять этот уровень 0.7525. 0.7525 – это у нас с вами цель по австралийской валюте. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Делаю небольшую паузу, поскольку мы закончили с анализом обратных котировок. Теперь смотрим триаду прямых и начинаем, как обычно, с пары доллар, японская иена. Тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает Осмо, никаких диверочков нет. Поэтому сегодня день покупок, объем сделки стандартный, смотрим на 4-часовой таймфрейм. Ждем, когда будет волна отлива, когда отлив закончится и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен на 4-часовом таймфрейме сигнал в покупку на закрытой свечке. После чего консолидация на часовике при выполнении всех условий и их последовательности определенной. Отложенный приказ buy stop. Посмотрите, как выходить стоп-лоссом, ну и в качестве цели на текущий момент это предыдущий максимум 114 йен и еще 35 сен за 1 американский доллар. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Похоже, вопросов нет, поэтому идем дальше и смотрим швейцарский франк. Тренд нисходящий в фазе отката, то же самое подтверждает Осмо. Смотрите, здесь у нас тоже боковик. Боковик достаточно мощный, поэтому если есть желающие еще и по швейцарцу торговать диапазон, давайте посмотрим, что у нас будет на daily таймфрейме, но похоже, там тоже есть сигнал, вот он уже сформирован,
по швейцарцу день покупок, объем сделки стандартный, поскольку диверочков нет, ну и по внутренней структуре смотрим. Нужен отлив, затем сигнал, консолидация на часовике, если все выполнится, отложенный приказ buy stop, определение точки выхода по стоп-лоссу, а вот теперь давайте поговорим с вами о целях. Вот у нас верхняя граница, вот нижняя. И мы с вами выделим синими линиями трети нашего боковика. Здесь практически паритет без 20 пипсов, поэтому позволю себе выставить ровно паритет. Это граница верхней трети. Так, ну и здесь у нас 97, давайте 60, давайте 70 поставим. Вот таким вот образом. Итак, это у нас и будет являться целью для швейцарского франка, тем более, что это совпадает с предыдущим максимумом. Итак, ваши вопросы по швейцарской валюте, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Это был швейцарский франк. Похоже, вопросов нет. Канадский доллар, тренд нисходящий, здесь в импульсе, здесь в фазе отката. Канадец дает сегодня неторговую ситуацию, лучше с разбегу забраться на забор и посмотреть, понаблюдать, но ни в коем случае не торговать по этой валютной паре. Теперь подходим к одному из самых интересных на текущий момент инструментов. С точки зрения практической торговли, это золото. Фильтры смотрят вверх, значит, мы пока что рассматриваем только покупки. Смотрим внутреннюю структуру. У нас индикатор уже побывал в зоне перепроданности и выходил из нее при достаточно невысокой волатильности. Значит, вы уже вчера могли открываться. Если этого не произошло, если индикатор вторично зайдет в зону и будет еще и диверочек, то есть котировки опустятся ниже, допустим, предыдущего минимума, да, а здесь будет небольшой диверок, то это еще будет более благоприятный момент для того, чтобы открываться, но, повторюсь, при наличии консолидации на часовом таймфрейме. Первые цели это у нас с вами $1250 за тройскую унцию, ну а дальше по списку будем говорить уже ближе к тому, когда котировки будут приближаться. Но не забываем очень тонкий момент. Если цены пойдут вниз и опустятся ниже предыдущего минимума, а это у нас ценовой ориентир $1213.80 за одну тройскую унцию, то здесь уже даже если не произойдет пересечение скользящих средних, будет говорить об изменении внутренней структуры этого финансового инструмента. Какие у вас будут вопросы? Что не ясно, что непонятно? Жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Крокодильчек. Давайте взглянем. Евробакс. С точки зрения аллигатора и хищника входить уже нельзя, пасть открыта вниз. Британский фунт, тот самый, который стерлингов, пасть открыта вниз. Австралийский доллар очень сильно открыта вниз. Никакой торговли. Япончег, была пасть открыта вверх, теперь прикрывается, но он еще не заснул. Он еще достаточно активен. То же самое по швейцарскому франку, пасть открыта вверх. Канадец. Вот, вот он здесь причмокивает, причавкивает, но у нас, по-моему, достаточно большой ценовой разброс. А вот мы сейчас посмотрим, какой это Сухов. 50 пипсов – это за гранью допустимого. Далеко не самая благоприятная ситуация. Лучше подождать, пока он засопит,
закроет глаза и будет спать крепким сном. Спи, дитя, сладким сном, все уснуло кругом. Именно эта ситуация нам с вами и нужна по этой агрессивной внутридневной торговой системе. Здесь нужна выдержка. Спокойно ждем, пока чек заснет. Ну и уже после этого можно ловить его за хвост, как удачу. Вот примерно такая картиночка. Что скажете? А вопросов нет. И это не может не радовать. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожными. Берегите себя. Удачи всем.